Всем привет из солнечного Сочи. 11 февраля. Плюс 17, плюс 15. Где-то так температура. Второй день выходной. И мы едем загорать на пляж. Время уже 4:30. Ой, не 4:30. 4:45. Тянуть лямки. На камере. Тоже будет красивый закат. Но, кстати, сегодня солнце было, а потом бац и куда-то исчезло. О, машин нету, ничего себе. Это да. Гудини. Гудини. Дорога здесь вообще песня. Гладенькая, новенький асфальтик. Красота. Нам прямо. Стать рекой, быть темною водой.
вечно пьяный. Вечно молодой, вечно пьяный. Вечно молодой. Я мог бы стать скалой, но уже другой. Кто-то молодой, кто-то пьяный. Хочет стать рекой, быть темною водой. Ремонты везде. Вечно молодой. Сейчас встанем здесь на секундочку. Людей интересно столько же, как и вчера будет на берегу. Так, ну что, проедем по набережной. Потихонечку. Хорошо на море зимой и летом. Летом лучше, чем зимой. Но и зимой тоже отлично. Когда такая погода плюс 15, плюс 17. Вообще супер. Тут что-то он ремонтирует. Тут ржавое все, тут надо все менять. Такое сегодня море, чуть-чуть штормит, и красивый такой закат будет, он уже так намечается. Люди выпали на пляж, отдыхают, кто ходит по набережной, туда-сюда, кто на пляж выпал. Отдыхает. Поливают. Полив идет. С колясочками ходят. А вот эти стоят, друг на друга смотрят. Вот отель этот с бассейном. Тут у них и баня, из бани прям в бассейн. Да, прикольное место. Наверное, популярное. На первой линии, прям на берегу,
сауна, плюс бассейн, плюс море еще рядом. Вообще супер. Тут музон такой рубит. Сейчас проедем потихонечку, не спеша. Пальмы в горшках таких больших. Лю-лю-лю-лю-лю. Сейчас потихонечку тут не спеша проедем. Вон люди прям с чемоданами, наверное, будут домой уже уезжать. Пришли напоследок отдохнуть и будут, наверное, улетать домой. Так, впереди побольше людей. Сейчас попытаемся проехать. Собачками. Собачками. Я тебе дам. Какая-то бешеная собачка попалась. Аккуратно, 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 аккуратно. Мы потихонечку проедем. Чебуреки, шашлыки, чебуреки, шашлыки, чебуреки, шашлыки, чебуреки, шашлыки. Да, погодка супер, вообще прям. Просто супер. Детки. На роликах катаются. Лиса. Сегодня музыканты повыходили. Я там женщину берут в захват.
там народу. Очень так прилично. Привет, привет. Привет, встретились. Давние друзья. Встретились давние друзья. Охрана. Где полновозы, там так, сейчас поедем туда. Что, проедем туда, прокатимся. Прокатимся сюда. Сириус на той стороне. Перекрыто. Ладно, разворачиваемся. Ремонтируют. Поехали на ту сторону. Самолет он садится на посадку. Вон он садится. Красавец. С откуда ты, парень? Прилетел.
сейчас заскочим. Эх, велосипедисты. А, они вон туда ныряют. Это электро? Ну. И как вообще такое? Супер. Дешево? Да. Тогда хочу себе новое купить какое-нибудь. Покупай. А почем стоит это? От 300. Тоже себе такой, говорит, хочу электро. О, здоровый знал. Женщины фоткаются с велосипедами. Сириус, добро пожаловать! Фоткаются все. Отдыхают, фоткаются. О, какой трехколесный. Прикольный. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что ж вы все сюда едете? Оп. Вин-вин. От
Тут что-то ремонты у них. Развалено все. Все развалили, все разбомбили. Сейчас парня будем обгонять. Дация Север. На велосипедах столько сегодня катаются. О, открыто. Красота.
Сейчас заезжаем уже. Сейчас заезжаем на набережную и будем двигаться в сторону нашего пляжа. Ночь накрывает, о, на машинке гоняют. Сейчас заскочим сюда. Работают сегодня или выходной? Сегодня. А нету их. Сегодня их нету. Сегодня они решили себе сделать выходной. Перекопали все. Раскопали, перекопали. Собаки. Ладно, поехали. Внимание, запрещается нырять с пирса. Что-то там еще. Сейчас развернемся. Почитаем. О, с собакой. А ну-ка. Нырять с пирса, купаться ближе 50 метров от пирса, оставлять мусор на пирсе. Ну, прикольно, чё. Строят. Скоро закончат. О. Погодка сегодня, да, супер. Сняли уже. Ничего себе. Молодцы. Все сняли. Так, дети. 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 Яшка, парня видно впереди, что-то он тут чистят, убирают. Шука-шука-ляка. Там чилят. Вот это народу. Вот
Ой. Я тебя снова найду на пляже. Ты будешь там загорать и пить чай. Я не хочу домой, я хочу на пляже загорать. Так, тетя, тетя, девчонка выехала. О, тоже велосипедисты. Эге-ге-га-га-га. Стоят на мотоках, так. Дети. Да, погодка сегодня вообще супер. Radisson Square Garden. Вот он. Radisson Square Garden. 5 звезд. Так, встречный. Встречка, встречка. А давай уже крути быстрее. Хорошо на море зимой. Сейчас разница с Москвой, там, с Питером. Там минус 20 сейчас, минус 15. А здесь плюс 15. Какая колоссальная разница. Целых сколько? Ну, даже 15-15, целых 30 градусов аж. Обалдеть. Кажется, что мы вот в одной стране, да? Там только там сколько там до Москвы ехать. И блин, такая разница в температуре. Да. Красота. Дети, дети, дети. Дети бегают. Но детям как бы еще простительно. Пускай бегают. А когда взрослые на две эти полосы, блин. Это, конечно, так себе. Ну идите вы, если вы уже сюда стали, на эту дорожку, идите вы хоть по одной какой-то стороне. А то, блин, выйдут и идут на две полосы.
как будто больше здесь никто не ходит, не ездит. Он опять летают. Тут тоже он на пляже работают, равняют пляж, чистят. Красота. Ну что, на пляж лавок нету. Лавки все отняли. Сейчас на пляж будем ехать. Сейчас поедем на пляж. Ла-л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 а. Куда ж ты, дорога выходит? Налево. Интересно знать. Капец, это не тут можно прям и ездить. Да. Сегодня тихо здесь. Тишина. Тишина и спокойствие. Вот сейчас выпадем здесь. КамАЗ он едет. Запах моря. Зимний запах. Поехала. Равняют. Что-то там равняют. Где наш чай? А я это люблю. Там у нас в Крыму ездить зимой в Семиз, потом в этот, в Гурзу, в Партенит. Так,
Ялты выезжаю и еду в Симуис. Еду в Симуис, километров от Ялты до Симуиса 25, и потом 25-50 километров. Там получается 52-53-54. Вот это я люблю ездить из Ялты в Симуис, Кацвели. Вот это в ту сторону, а в эту сторону в Гурзуф. А, по-моему, 17 километров в одну сторону, где-то 35-37 километров выходит. Вот. Портнит 25 километров и 25-50 километров там расстояние. Тоже так проезжаешь, никого нету, на пляже выпал и балдеешь. Ну только чтобы была температура такая. Если 5-7 градусов, то это так, так себе. А вот когда вот плюс 15, вообще песня. Людей никого, ну там парочку местные. И все. Вот так приехал, выпал и балдеешь. Летом времени нету столько. Летом что там, вышел на максимум на час на море. А зимой можно и час, и два, и три. Летом только так чисто выйти. Покупаться, загорать особо некогда, а вот покупаться вообще песня. Так что сейчас будем балдеть. Сейчас, да, градусов 15 есть. Красота. Надо посмотреть погоду, может смотаться в Гагру на велосипеде туда и назад, сколько получится. По-моему, 40 километров и 40, где-то 85 и 87, где-то так.